И продолжаются перестановки в британском правительстве. Среди троих уволенных министров-консерваторов Марк Гарнье. Он лишился своей должности, должности министра торговли, из-за скандала 8-летней давности. Как оказалось, Гарнье просил свою помощницу покупать для него секс-игрушки, а также употреблял в ее адрес непристойные выражения. Напомню, ранее из-за секс-скандалов без кресел остались также первый министр Дамиан Грин и министр обороны Майкл Фэллон.